Шадрин Сити. Меня зовут Хуан Пабло Диего де Гонсалес Джонни Лоханта, место Милока. Мы находимся в городе Екатеринбург. Кстати, кто забыл, что такое Екатеринбург? Это... Оба! 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 Итак, дорогие друзья, вопрос дня. Что такое Шадринск? Там есть птицефабрика, если не ошибаюсь. Шадринская. Минералку выпускает. Конечно. Вот такой Шадринск, забавный народец. На птицефабрике минералку выпускают. На фабрике по производству минералки выпускают кур. Да, именно так. Шадринск. Кстати, это город. Так. Город Шадринской области. Шадринская область, Шадринской области, город Шадринской области. Пойдет так. А еще что-нибудь знаете о Шадринске? Да, там делают четкую, в натуре четкую минералку. В натуре четкую минералку. Ребятки, спасибо вам за минералочку. Просто вы своими бутылочками от минералочки снабжаете пол Ёбурга. Да. Да, мы упиваемся... Спасибо. Вашими водами. Вашими водами. Не, ну там, короче, очень популярно. Я не знаю, что там может очень популярным быть. Я не знаю. Фонтан, в котором купался сам Владимир Владимирович. Вот, вот, надо было отсюда начинать. Но вы не подумайте, у нас в Екатеринбурге есть адекватные люди. Вы не подумайте, эта девочка просто такая попалась. Ладно, спасибо, Шадринск. Пока. Пока. Я в Кургане бывал, в Шадринске не бывал. Ладно, ну давайте рассказывайте про Курган. Что Курган? Ладно, про Шадринск. В Шадринске не был. А в Кургане бывали? В Кургане был. Давайте про Курган. А что, там памятник Ленину, такой же, как у нас. Такой же, как в Шадринске. Нет, такой же, как у нас. Так. Ну что? Ну вот, все. Спасибо. У меня оттуда есть друзья, знакомые. Есть такой городок, где-то вроде бы около Ижевска, насколько я знаю. А что-нибудь про него еще можешь рассказать? Про него нет больше ничего. А про что можешь рассказать? А про что интересно вообще? Да вообще про все, давай, рассказывай, что хочешь. На механику ездить. Мне неинтересно. Вот четыре достопримечательности, назови мне. Дороги. Раз. Универмаг. Два. Гастроном. Деревня. Три. Гастроном. Четыре. Четыре достопримечательности в Шадринске. Про Шадринск рассказывай. Ничего об этом городе. Но там люди есть? Есть, конечно. Как думаешь, сколько их там? Мало. Примерно? 50 тысяч. Одно-два умножь. Миллион. Классно, таблицу умножения учили. Ладно, спасибо, девчонки. Да, вот, попалась. Есть там минеральные воды. Так? Да, да, вот там есть, да. А еще? Ну еще там нормальный город, он нормальный город так-то, ну хотя провинциальный, ну не, нормальный. По сравнению с нашим нет, маленький он, да. А вот провинциальный, но нормальный. Да. Обычно провинциальные и ненормальные, а вот Шадринск нормальный, хоть и провинциальный, да? Да. Спасибо. Маленький уютный город Курганской области. Да. Вот. Мне там очень понравилось, когда-нибудь, надеюсь, там еще бывать. Да легко вообще, сейчас тачку запарим, поедем в Шадринск. Поедешь? Да нет, спасибо, мне своя есть. Она такая сразу же начала подмазать. Да, побывать бы там, поедешь? Не, ну ладно, потом побываю. Ладно, спасибо большое. Ну это, наверное, хороший город, благоустроенный, там хорошие люди, там... Что там, много зарабатывают. Да туда далеко. Много зарабатывают. Там сейчас, наверное, все посмеялись. А что, нет? Да не знаю. Просто предполагаю. Дорогой наш Шадринск, мы тебя поздравляем с днем города, желаем тебе самого веселого, самого прекрасного времяпровождения. Всем жителям Шадринска хорошего настроения, удачи вам отдохнуть в этот день и всего самого классного в жизни. Танки только почистите. Прикольно. Я там родился. В натуре! В натуре. О, ребята, поймали одного из ваших. Ну-ка, рассказывай про Шадринск. Ой, про Шадринск. Там очень весело. 12 часов народу на улице уже нет. Вот, я не знаю, что еще сказать. И начинается самая веселуха. Да, все ходят по кругу сначала, там, короче, от одного магазина до другого.
И все, в принципе, я не знаю, что еще рассказать про Шадринск. Там скучно и одиноко. Короче, тут местные жители, которые ни разу не были в Шадринске, больше про Шадринск рассказали, чем ты. Да? Да. Они слушай, придумали. Ну да, давай что-нибудь тоже придумаем. Я сказал правду. Ну, короче, на 102 магазина мы между ними ходим и все. Да, в принципе, заходишь до одного, покурил, заходишь до второго, покурил, все, в принципе. Ну, из клубов как-то. Ничего не купил, зато накурился. Ну да, можно так сказать. Ола, еще раз, дорогие жители Шадринск-Сити. Я надеюсь, сегодняшний вопрос дня вас немного, хотя бы чуть-чуть повеселил. И я хотел бы просто от себя вас поздравить с днем города. Счастья, здоровья, улыбок и всего вам доброго. До свидания.